Приветствуем вас на канале ветеринарной клиники Биовет. Вирусно-геморрагическая болезнь кроликов – тема этого ролика. Кролики, как и другие домашние животные, имеют свою особую подверженность к тем или иным видам заболеваний. К одной из наиболее опасных относится вирусная геморрагическая болезнь, для которой характерно острое течение с поражением дыхательной системы, печени и других органов животного. Возбудитель заболевания – вирус, который имеет высокую степень инфицирования организма. Вирусно-геморрагическая болезнь кроликов атакует неожиданно и стремительно, практически не сопровождаясь симптомами. Из-за этого владельцы кроликов зачастую не успевают заметить начало заболевания и предпринять соответствующие меры. Вирусно-геморрагическая болезнь кроликов может поразить организм любого взрослого или молодого кролика, вне зависимости от состояния его организма. Как правило, инкубационный период вирусно-геморрагической болезни кроликов составляет от 2 до 3 суток и не характеризуется клиническими проявлениями. К сожалению, сложность своевременного выявления данного заболевания приводит к гибели животных, которые кажутся здоровыми вплоть до появления судорог. В данном случае судороги являются признаком последующей скоропостижной смерти животного. Тем не менее, бывают случаи, когда вирусно-геморрагическая болезнь проявляется через ряд симптомов. К ним можно отнести выделение из носа желтого или красного цвета, снижение аппетита, апатия, резкое и значительное повышение температуры, наступающее почти перед самой гибелью кролика. Летальность при данном заболевании показывает неутешительную статистику, доходя почти до 100%. Источником заражения здоровых кроликов выступают больные особи, с которыми животное находилось в контакте. Опасность появления вирусно-геморрагической болезни кроликов может подстерегать даже при контакте здорового кролика с предметами, бывшими в контакте с больным животным. Для того, чтобы оградить питомца от этой болезни, необходимо регулярно вакцинировать животное. Первая прививка делается кроликом на 45-й день жизни, а другая спустя 3 месяца. Далее кролика необходимо вакцинировать каждые полгода на протяжении всей жизни питомца. Если прививка была сделана правильно, то иммунная система кролика отзывается уже через 3 дня после вакцинации. Крайне рекомендуется прививать самок во время беременности, так как при этом крольчата будут обеспечены 100% защитой от болезни еще до наступления возраста 30 дней. Приобретать кролика стоит уже с наличием вакцинации. Подписывайтесь на канал ветеринарной клиники Биовет, оставляйте свои вопросы и комментарии, ставьте лайки. Всего вам доброго, до свидания.